Сегодня в спортивной школе «Сибиряк» стартовало первенство по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Состязание является отбором на всероссийский чемпионат, который состоится в ноябре этого года. За победу в турнире боролись более 60 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Нижнеудинска, Зимы и Саянска. Первые рывки со штангой сегодня выполняли девушки. Ну, юноши в следующем потоке открывают соревнования две категории 50-56. Там тоже наши участники. Ну, 8 человек, представителей «Сибиряка», принимают участие в этих соревнованиях. Итоги турнира судьи подведут в субботу. Тренеры школы «Сибиряк» уверены, что у ангарских спортсменов хорошие шансы на победу. Кто из спортсменов будет представлять регион на всероссийском первенстве, решат завтра после подведения итогов.